43 ДТП автовладельцы понесли материальный ущерб. 12 происшествий закончились травмами и смертью в Шелоболихинском, Михайловском и Волчихинском районах. В результате столкновений погибли пассажиры. В Первомайском районе скончался пешеход. Это знаешь, как получилось? Мимо выехала, а он в Ниву въехал. Серьезные аварии произошли и в Барнауле. Так, 10 июля на Аганьбинском тракте столкнулись иномарки. В результате одна из машин оказалась в кювете. О, да там жесть вообще какая-то. Полная, вон там раскидала. Днем позже, 11 июля, авария произошла на Павловском тракте. Там столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения, пострадавших ничего не известно. Добавим, этим летом практически каждые выходные всплеск ДТП. Самые страшные аварии на загородных трассах, распространенные причины – высокая скорость и несоблюдение правил при обгоне. В ГИБДД в очередной раз напоминают, спешка может стоить жизни.